было изготовлено специальное приспособление для обтачивания сферических поверхностей, ну и в частности для изготовления шаров. Это, значит, приспособление представляет собой поворотное устройство и державку, как бы суппорт с резцом. Это приспособление позволяет поворачиваться резцу вокруг вот этой оси. Таким образом обеспечивает выполнение сферических поверхностей. Сейчас будет и показано, как изготавливается шарик из дюраля. Вот, вот, вот.